теме искусства. Сегодня в областном центре открыли выставку члена Союза художников страны Евгения Саводченко. Она посвящена 90-летию со дня рождения автора. Государственный деятель, заслуженный работник культуры, первый директор музея «Диорамы» Евгений Саводченко всегда находил время и для творчества. В экспозиции 130 работ, созданных им с начала 60-х. Немалая часть произведений написана в последние 5 лет жизни. Их зритель видит впервые. На выставке несколько тематических блоков. Это семья в первую очередь, и ей отведен большой тематический комплекс. Это тема истории, как истории прошедших веков, которая очень интересовала художника, так и новейшая история. Это Великая Отечественная война, о которой художник знал не понаслышке. Он был ребенком войны. Большой блок занимает портреты. Экспозиция «Воплощение мечты» – это работы из музейных фондов, а также личного архива семьи автора. Галина Саводченко – главная муза художника. Образ любимый даже на исторических полотнах. Евгений Николаевич говорил, все, что я сделал, это благодаря своей Гале. Он так меня называл, потому что, и как он говорил, дело с ее молчаливого одобрения. Выставка открыта для всех желающих до 27 ноября.